Новая китобойная база Юрий Долгорукий вошла в состав советского промыслового флота. Это современный, оснащенный по последнему слову техники, плавучий комбинат, на котором будут вырабатываться все виды сырья, получаемые из туши кита. Корабль располагает электростанцией, равной по мощности электростанции небольшого города. Турбинный зал. Здесь помещается завод для переработки китового жира и спинного сала китов. Почти все производственные процессы на базе механизированы. Операции, которые требовали бы больших затрат ручного труда, не осталось. В цехах китобойной базы будут работать около 300 моряков. Хорошие условия созданы для них на судне. Для того, чтобы познакомиться с новым кораблем, стоящим на рейде, можно претерпеть и некоторые неудобства. Впрочем, такой способ доставки неудовольствия ни у кого не вызывает. Командует китобойной базой капитан-директор Федор Иванович Самальянов. Замечательное пополнение получил наш китобойный флот.